Всем йоу, чуваки, вы на канале Play Jackson, и как вы поняли с названия этого ролика, я установил рекорд голов в демо-версии FIFA 19. За два тайма мне удалось поразить ворота соперника ровно 110 раз. Такого вы еще не видели. Длительность тайма по стандарту в демо-версии игры стоит 4 минуты, его никак нельзя изменить. Ну, почти никак. Благодаря постороннему софту я увеличил время игрового тайма с 4 минут до 30. И да, этот матч я катал около часа, даже чуть больше, с добавленным временем. Чтобы забить по максимуму, сложность игры я поставил на минимал и приступил к делу. Сразу скажу, что 110 голов это далеко не предел. После того, как я отгрузил 68-й гол в ворота ПСЖ, игра просто баганулась. Игроки застыли на поле, а некоторые даже улеглись, корчась от боли. А на мои манипуляции с геймпадом и нажимания на клавиш фифка вообще никак не реагировала. Ну и круто, подумал я, шок-контент! Но через пару минут фифуля починилась, и я продолжил колотить мячи в сетку бедного Буффона, который и без того устал уже вытаскивать мячи из ворот. Забивал я по-разному, от крутых лангшотов и голов пяткой до банальных пенальти. Да-да, чуваки, я, наверное, еще первый человек, который заработал 11-метровый удар на новичке. И это, наверное, еще круче достижение, чем отгрузить 110 банок. После изнурительного часа и почти засыпания за геймпадом прозвучал долгожданный финальный свисток, который оповестил команды о том, что матч завершен. 110-0 на табло и задание выполнено. Всего было нанесено 143 удара, из них 132 в створ и 110 достигли цели. Лучшим бомбардиром матча стал Бензема, который забил аж 30 голов. Некоторые нападающие за сезон столько не кладут, как этот парень под моим руководством. На втором месте Иско 19 голов и Гаррет Бейл 14. Ну что ж, ребятки, влепите лосик, подпишитесь на мой канал за эксклюзивность. Подписывайтесь также в Инстаграм, подписывайтесь на мой Twitch канал. С вами был Play Jackson, до скорых встреч, пока.